дрожим, Гордон. Но будь осторожен. Возможными и даже некоторыми невозможными способами. Что за черт? О нет, комбайны. Откуда они взялись? Признаться, не знаю, на что вы еще можете рассчитывать, помимо своих. Не слушай его, Гордон.
особое внимание до сингулярных секунд. Нет! Я нужен вам! Да! Получилось! Давай, Гордон, мы должны выбраться отсюда. Может быть, у нас все еще есть... Время, доктор Фриман. Неужели опять пришло то самое время? Кажется, что вы только прибыли. Вы сделали очень многое за короткое время. Собственно, вы настолько хороши, что я получил несколько интересных предложений на ваш счет. В обычной ситуации я не стал бы их рассматривать, но ведь ситуация весьма необычна. Чем обманывать вас иллюзией выбора? Я сам возьму на себя эту привилегию, если когда ваше время придет пять. Я прошу прощения за то, что кажется вам деспотичным навязыванием своей воли, доктор Приман. Я уверен, вам все станет понятно после того, как... Я не вправе сейчас говорить это. Между тем, и здесь я исчезаю.